Для этих ребят СВО закончилось. Теперь необходим период реабилитации и привыкания к новой жизни. И чтобы успешно вернуться на гражданку, обрести новое хобби, а может и цель в жизни, правительство Бурятии предлагает занятия спортом, в том числе паралимпийским, где для защитников Отечества открываются новые возможности. Несмотря на различные травмы, сложные порой там диагнозы, могут найти себя и реализовать в рамках спортивной деятельности, вплоть до спорта высших достижений, чему живыми примерами являются наши спортсмены действующие, наши чемпионы мира. Из предложенного различные вариации велоспорта, стрельба из лука и винтовок, единоборство и даже волейбол. А профессиональные спортсмены всегда готовы помочь в этом деле. Есть примеры такие, примеры, когда ребята на самом деле, чтобы не падали духом, чтобы не теряли себя, они идут в спорт. У нас в сборной, кстати, в стрельбе из лука есть один военный, правда, он не с СВО, а с предыдущих военных действий, и он уже, по-моему, мастер спорта. Наши чемпионы всегда готовы помочь парням адаптироваться и втянуться в спортивную жизнь. В зале собрались ребята из разных уголков России, и такой инициативой остались довольны. Ребята отмечают, что так как у них информационно этого не было, теперь они знают, чем они займутся. Те, кто приедет в свои регионы, будут искать также такие же филиалы фонда, в каждом регионе есть такой филиал, и будут пробовать куда-то устроиться, чтобы заниматься этим видом спорта. Кроме занятий спортом, героям СВО предлагают вступать в общественные организации, заниматься литературой. Занятия по душе можно подобрать каждому. Начать жизнь с чистого листа гораздо легче, чем кажется. Ваер Цыдыпов, Сергей Петров. Новости дня.